хочу сказать, выходит за рамки обычного. Мы пришли в парк имени Зернова, чтобы узнать у саровчан, как они относятся к реконструкции любимого места отдыха. Ну, очень красиво стало, да, все устраивает. Угу. С ребенком приходим часто гулять? Никак. Почему? Потому что это сейчас красиво, когда вся грязь, остатки щебня, песка, развороченная земля, битые плитки, битый бордюр. Все убрано, снежком прикрыто. А вот когда снег растает, тут будет полнейшее. Хотя, конечно, дорожки, лавочки, все это есть. Но в общем и целом жду, что весной будет. Что нравится больше всего? Освещение. Угу. Вы знаете, очень хорошо стало. Намного лучше. И для детей есть где погулять, и где поиграть, и вообще очень понравилось. Ну, в общем-то, ничего. Вот ходим сюда гулять постоянно, потому что здесь вроде и потише, потому что вокруг дорог, около дорог везде шумно. А здесь и тихо, и белочки. Смотрю, много и пожилых людей ходят, и мамы с колясками. Так что дорожки чистят вроде, то есть можно проехать. Что я могу сказать? Лестница так, конечно, впечатляет. Конечно, не Потемкинской в Одессе, но более-менее. Вот там набережная, типа реки сделана. Мне кажется, ее надо было закольцевать, чтобы люди не возвращались и обратно не шли. А так в целом приятно, вечером освещается. Полезное дело сделали. Очень хорошо, очень хорошо. Но единственное, я вот была недовольна осенью, что все вот это, все кусты, все вот это вот. Ведь это же парк. Здесь должно быть все натуральное, а не искусственное. Пока не поняли. Пока не поняли. Осенью, конечно, грязновато было. Сейчас снежком все пропрошило. Посмотрим весной. Вы знаете, вот детская площадка, тоже очень много было всяких этих, да. Но у меня внучка с удовольствием ходит, с удовольствием играем. Детей много. А послушаешь и почитаешь в комментариях, там чего только не пишут. Сколько людей, столько мнений. Ну, конечно, прекрасно. Конечно, хорошо стало. Света вот много. Электрического. Лишнего, наверное. Честно? Не нравится. Почему? Ну, не знаю. Все очень серо, темное все. Конечно, посветлее. Были такие вот эти вот наши, что их убрали, не знаю. А так вот дороги сделали очень много. Что-то нравится, а что-то нет. Ну, знаете, пока зима, пока еще сложно понять. Ну, в целом, вроде и беседки поставили, дорожки сделали, освещение сделали. Пока нормально. Будем ждать лета, как тут все будет зеленое, красивое.